Традиционная французская плоская булочка, покрытая яичным кремом, лучше всего ее есть свежей. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Нагреть молоко, затем влить в миску с 50 мл сливок и 30 грамм сахарной пудры. Между тем, подготовить крем. Когда тесто подойдет, разделить его на две части, положить каждую половину в блюдо, распределить равномерно, накрыть полотенцем и оставить на час. В конце этого периода, разогреть духовку до 200°C, на тесте сделать небольшое углубление для крема, налить половину крема в центре каждого пирога и поставить в духовку. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Вынуть из духовки, когда булочка станет золотисто-коричневого цвета, примерно через 25 минут. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Такие продукты будут нужны. Мука, 250 грамм, дрожжи, 20 грамм, соль, 5 грамм, сахарная пудра, 80 грамм, молоко, 50 миллилитров, сливки, 250 миллилитров, яйца, 2 штуки, сливочное масло, 130 грамм, ванильный сахар, 10 грамм, яичные желтки, 3 штуки, количество порций, 2. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Друзья, до новых встреч!